Некоторым людям носитель этого имени кажется слишком эгоистичным и авторитарным. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Человек, родившийся 1, 10, 19 или 28 числа каждого месяца, может смело выбирать один из этих дней для активных действий. Магия Солнца на его стороне. Особенно это касается периодов с 21 июля по 28 августа и с 21 марта по 28 апреля. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Обладатель этого имени либерально настроенный и свободный от предрассудков, уважает права других людей. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.